Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать душ шириной метр, длиной 2, с парником сверху, с баком, с трапиком. Пока приехали, распаковываемся, приступаем к работе. Вот так вот, лежа на боку, обшивается душевая кабинка. Сейчас мы ее перевернем, обошьем вторую сторону и только тогда уже будем ставить. Поставим и понесем вот туда, к забору, где у нас собрано, уже подготовлено основание. Каркас мы установили, обшили поликарбонатом. Закрепили к брусу. Брус к бетону пришлось закрепить. Обычно колья вбиваются, но здесь клиент подготовил бетонное основание. Пришлось крепиться к нему. Сейчас делаем трапик, делаем дверь и вешаем все наполнение, так скажем. Завершился у нас монтаж душевой кабины с парником, бак на 150 литров, трапик, брус 100 на 100. Все закреплено. Размеры 2 метра длина, 1 метр ширина. Поближе посмотрим, тут уже табуреточку поставили, шторка имеется, всевозможные крючки, мыльницы. Оп. Каркас из трубы сделан 20 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат, серебро, матовый парник, прозрачный. Вот уже подключили его к розетке, нагревается. Классный душ получился. Ага, кто-то дверь с крючка снял, там крючок есть, вот чтобы ветром ее не мотало. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Сейчас подальше отойдем, чтобы все было видно. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!